10 секунд. Включайся. 10:28 в Бобруйске. Доброе утро. У нас в студии Виталий Гордей. Вместе с этими позывными просыпается город. Пять пятниц. Каждый будний день будет Бобруйск. Трехчасовое интерактивное лайв-шоу с Дианой Станкевич и Максом Меньшиковым за считанные месяцы успело стать настоящим брендом. 5 утра встаю. Первые дни вообще не мог встать в 5 утра. А сейчас просто Люба. Вот ты просыпаешься, смотришь на этих птиц. Не знаю, как город встает тут. Как солнце поднимается. Ну, то есть испытываю кайф. Вещание в режиме нон-стоп, 1095 дней в эфире и только популярные треки. Это все про 95.4. Зефир FM. 3 года на одной волне. Гости утренних и вечерних программ – публичные люди, госслужащие, блогеры, артисты, музыканты, врачи. Темы для обсуждения – то, что у всех на устах. Я с радио «Зефир» дружу, и я могу сказать точно, что когда я нахожусь в Бобруйске, у меня в моей машине звучит только радио «Зефир». И это меня радует, и радует материал музыкальный, радуют ребята. Новости страны, города, региона, мира. Информационный день на «Зефир FM» стартует с утра пораньше. Первый выпуск в 7 часов. В эфире «Зефир». Новости. С последними событиями к этой минуте в студии Кристина Риенс. Экономика, финансы, политика, культура, образование. Новости на Зефир FM, сливки информационных лент. За плечами Кристины Ариенс. Тысячи, как здесь говорят, отписанных выпусков. Ведущая признается, вставать с петухами – то еще испытание. Когда я пришла на кастинг, меня брать на радио, к сожалению, не хотели. Сказали, что я режу звук. Ежедневно мы допоздна писали тексты, работали над дикцией, над ударениями, над голосом. Мы практически ночевали здесь, чтобы выйти в эфир и показать, ну, класс. Этот погожий майский день она не забудет никогда. Тогда на открытие первого FM-радио Бобруйска пришел, кажется, весь город. Его глава уверяет, за эти 3 года станция пережила столько, что не снилось другим. Концепция и формат продуманы с оглядкой на крупнейших вещателей. Эфир не терпит экспериментов, а значит, в плейлисте только хит за хитом. У нас не бывает вот таких вот скучных, каких-то однотонных и серых будней. И поэтому я поняла, что вот радио можно открыть за 2 месяца, подготовить в эфир диджея можно за месяц, похудеть за это время можно на 5 килограмм. Звезда в Зефире, автоновости с акцентом на спорт, 115, свитчарт и большое интервью. Десятки программ на радио – это терабайты звука. Те, что выходят в записи, готовятся к эфиру прямо здесь. В день рождения радио прозвучала премьера. Похожих проектов в стране нет. Шоу «Спасателей с огоньком» порадует слушателей каждый четверг. А команда медиахолдинга 365 дней и 24/7. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.